Здравствуйте, здравствуйте! На этом футбольном матче с вами сегодня работают комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. А теперь все внимание на поле. Удача явно сопутствует им в этом году. Сначала завоевали повышение в классе, теперь вот до чемпионства остались считанные очки. И никто не сомневается в том, что они их сегодня наберут. Атака остановлена, но кто получит мяч? Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. На пару решили разыграть эту комбинацию. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Он накручивает соперников. Рамос! И это просто шедевр! Ну сколько бьют поворотов в течение матча? Если большой перевес, то в створ ударов 8-9, а тут с первого раза попал. Замечательно он оценил позицию голкипера и здорово исполнил в правый угол. Первый гол в этом матче был забит на 7-й минуте. Мяч потерян, отличный перехват. Джака. Балотелли. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Неплохо действует игрок. Мяч от... Вот это удар! Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Сохраняет игрок мяч в непростой ситуации. Перехват в центральной зоне. Это может быть опасно. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Джака. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Балотелли. Потерял он мяч, но кому он достанется? Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Тут просто подарили мяч сопернику. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит, можно продолжать игру. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Игра головой позволяет им сохранить мяч. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Попытка нанести удар головой. Продолжает игрок владеть мячом. Видит партнера и мягонько головой скидывает ему мяч. Мяч ушел в аут. Это может быть опасная атака. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Неплохо задумано, но защита не дремлет и навес не проходит. Перехват мяча. Нарушение и штрафной удар. Мяч уходит на угловой. Ну, может, со стандарта сравнять получится.
Пас головой, атака продолжается. Друзья, вы поворотов-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Арбитр назначает штрафной. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Рамос. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. 100% возможность. У богатых, как говорится, свои причуды. Пока выигрывает команда, такие вот промахи можно даже в коллекцию собирать. А начнут проигрывать, тут тебе все и припомнят. Бозил. Все верно, края надо чаще задействовать. Посмотри по сторонам, есть кому отдать пас. Защитник подальше, оборот выносит. Удар, опасно! Свисток арбитра у главы. Аут, но до штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. Отлично сыграно, надо решать. Пас в штрафную. И здорово играет защита. Санчес. И пробил. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Озил. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Рамос. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Буатен. Хорошее оборонительное действие, и кто первый? Пол команды обыграл! Ничего себе! Спокойно, четко и вовремя защитник мяч выносит. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Джак. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Чех. Это может быть опасно. Отобран мяч, надо возвращаться. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Джака. Перехват в центральной зоне.
Выбили у него мяч. Кому он достанется? Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Это может быть опасно. На месте защита. Долго держит. И как пробил. Великолепная игра в пас. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Навес. Голкипер. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Свистят болельщики хозяев. Не нравится им, что гости тянут время. Действительно, явно они получили установку не нагнетать и удерживать счет до конца матча. Блокирует он удар соперника. Самоотверженно сыгран. Балотелли. Терпеливо ждут они своего шанса. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Арбитр назначает угловой. Угловой, и мяч достается сопернику. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Забирает мяч голкипер. Пока неплохо. Основное время истекает через 20 минут. Офсайд. Километровый, я бы сказал. Боковой арбитр зафиксировал офсайд. Поровну команды владеют мячом, да и игра примерно равна. С тобой трудно не согласиться, Георгий. Из этой атаки может получить отличный удар. Прекрасный гол! Становится все интереснее. Счет равный, а это значит, они всего теперь в одном забитом мяче от титула. Действительно, становится очень любопытно, чем все-таки закончится этот матч. Победой и титулом, или мы будем ждать решения задачи уже в следующем туре. После ответного мяча у нас 1-1. Хороший пас во фланг. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну, кто так играет? Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Это может быть опасная атака. Ну, немного он все-таки был в положении вне игры, согласен. Фернандес Аренас. Не прошла эта передача мяч у соперника. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Равный счет, равная игра, но команде нужно переломить ее ход и забить еще. Пол. Чек! Вот это спасение! Команда получает право на угловой. Посмотрим, получится ли забить и выйти вперед. Стадион недоволен, стадион свистит, гости не торопятся с вводом мяча в игру. И это не нравится болельщикам хозяев. Разумеется, эта ничья устраивает их гораздо меньше, чем гостей. Отсюда и свист. Прямо скажем, откровенно плохая подача.
Счет равный, играть осталось недолго. Ну что, удастся ли кому-то победить? Балотелли. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Ничья за 5 минут до окончания основного времени матча. Еще есть несколько минут для того, чтобы забить победный гол. Не дает защита переломить исход игры. Грамотный пас, все по делу. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Можно было получше мячом распорядиться. Тут может что-то получиться. Где он столько насчитал? Целых 4 минуты, не понимаю. Решил пробить. Штанга! Это уже совсем близко к голу. Чех. Отлично сыграно, надо решать. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Возможно, последняя атака в матче. Ну же, забейте! И пробил. Неплохо. Ну вот и все. Команды по ходу матча обменялись голами. Получилось ничья. Он накручивает соперников от Рамос. И это просто шедевр. Ну сколько бьют поворотов в течение. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. 100% возможность. Защитник подальше от ворот выносит. Вот. Из этой атаки может получить отличный удар. Прекрасный гол. Становится все интереснее.